можно подарить китайский iPhone. Это будет очередной из девайсов жизни вашего друга. Можно подарить часы, и твой любимый человек будет наблюдать за тем, как стареет. Можно подарить копилку с надписью «На Mercedes». Своего рода аутсорсинг или сделай подарок себе сам в будущем. Можно подарить массу банальных бытовых вещей. Будь оригинальным. Дари любимому небо.